Первый день жестянщика в этом году, слава богу, кого-то миновал, а кого-то и нет. Все подробности в рубрике «Автотрэш». В Орске на Гончарова столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-15 модели. На место выезжали правоохранители, пострадавших нет. В тот же день на Никельской объездной столкнулись «Лада Калина» и «Грейт Волл». Автомобили получили механические повреждения, к счастью, никто не пострадал. Позже на въезде в Орск со стороны Новотроицка столкнулись «Лексус» и ВАЗ-2112. Водителя 12-й увезли на скорой. На Гагаринском путепроводе участниками ДТП стали сразу 4 авто. Это «Черри», «Датсун», ВАЗ-2114 и «Лифан». Машины получили значительные механические повреждения, а пассажиров 14-й, женщину и двоих детей забрала скорая. Кроме того, утром того же дня произошло сразу несколько ДТП с участием пешеходов. На Краматорской «Тойота» сбила девушку, пострадавшая госпитализирована. А на Новосибирской водитель «Газели» на зебре совершил наезд на парня. Пешехода также забрала карета скорой помощи. Позже на Никельской объездной столкнулись «Хёндай Акцент» и «Газель». Детище отечественного автопрома слетело с трассы, а иномарка въехала в столб. К счастью, обошлось без пострадавших. На пересечении улиц Карельской и Васнецова столкнулись Kia и Renault. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. В Оренбурге на пересечении Орской и Терешковой трактор столкнулся с Daewoo Nexia. От удара легковой автомобиль разорвало на части. Есть пострадавшие. В результате ДТП почти срезало троллейбусную опору, которую пришлось фиксировать краном. Но сообщение общественного транспорта нарушено не было. 58-летний водитель трактора «Белорус» ехал по улице Терешковой. При повороте налево на зеленый свет на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Daewoo Nexia и допустил столкновение. Потом Nexia наехала на световую опору. В результате ДТП водитель иномарки с сотрясением головного мозга, перелом правой ключицы и 8-го грудного позвонка госпитализирован. Женщина-пассажир с сотрясением мозга и переломом правой голени также госпитализирована. В Оренбурге на проспекте братьев Коростылевых КАМАЗ не уступил дорогу пассажирскому автобусу и въехал в него. В результате ДТП пострадали двое из ПАЗа. У молодых людей сотрясение и многочисленные ушибы. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении. В Орске на Союзной ВАЗ-2110 улетел в кювет. На место выезжала скорая и правоохранители. Водителю была оказана помощь на месте. Мужчина находился в автомобиле один. В Оренбурге на пересечении Цвиллинга и Рыбаковской столкнулись Порш и Волга. Пострадавших нет, автомобили получили значительные механические повреждения. Информация об авариях взята с сайта forsk.ru и 1743.ru.